Всем привет, друзья! С вами я, Евгений Гост, и мы продолжаем смотреть различные модификации для игры GTA 5. И сегодня с вами на очереди будет просто мега наикрутейший мод. Наверное, как вы помните, недельки 2-3 назад я вкладывал ролик по обзору вот этой прекраснейшей карты из игры The Last of Us, и я вам пообещал, что если этот ролик наберет необходимое количество лайков, то я запишу эту карту вместе с зомби-модом. Так вот, друзья, я снова скачал и установил эту карту. Скачал зомби-мод. И сейчас, друзья, я в полнейшем предвкушении готов запустить эту невероятную смесь. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, заберемся куда-нибудь повыше, где нас не смогут достать зомби, потому что все будет очень быстро происходить, все будет очень страшно и тяжело, конечно же. Потому что я установил самый лучший мод из всех, что сейчас имеются. Я имею в виду зомби-мод. И что ж, друзья, давайте мы уже его запустим. Ох, блин, сейчас пойдет небольшая загрузка. Появятся зомби, и начнется полный хаос. Вот, пошли первые зомби. Побежали все животные. Ох, твою мать, что ты здесь забыл, зомби? Так, я тебя, пожалуй, сразу же убью, потому что ты, по всей видимости, застрял в текстуре. О, друзья, вот эти зомби, их тут просто дофигища, и мы должны сейчас будем слезть для того, чтобы не читерить и пытаться бегать их убивать. Ох, жесть. Давайте вот так вот, тихонько-тихонько. Надеюсь, тут бегающих зомби нет. Ох, твою мать, как же вас много. Так. За них, кстати, нам даются очки, друзья. За эти очки мы потом... Зомби бегающий! Так, умри. За эти очки мы должны будем потом улучшать и покупать новое оружие. Так. Так, на тебе. Капец, сколько же их здесь. Куда вы идете? Давайте ко мне. Так, окей. Блин, она не готова еще, да? Нет, она еще жива. Хорошо, так, убиваем. Всех убиваем. Знаете, что я боюсь? То, что некоторые зомби будут лагать и застревать в текстурах, потому что эта карта все-таки, она скачанная, она не является базовой картой в GTA, и поэтому, друзья, здесь добавлены новые объекты, и зомби могут попросту в этих объектах застревать, как видели вот с этим вот зомби. Но я надеюсь, что такого не будет происходить, и все будет очень хорошо. Так, давайте попробуем найти еще зомби, потому что первая волна еще не закончилась, а значит, где-то еще один бродит зомби, один или два, потому что, в принципе, я уже убил их очень много, и... Надо как-то попытаться найти этого зомбаря, который здесь застрял. Так, магазин работает, что ли? Ну, нифига себе. Работают магазины, серьезно? Ты, случайно, не зомби, девушка? Интересно. Давайте ее убьем нафиг, потому что получится очень странно, если она будет жива. Так. У нас, кстати, очень мало патронов. А, вон, идет. Идет, родимый. Так, готов. Все, друзья, мы с вами прошли первую волну, сейчас появятся новые зомби, их будет еще больше, они будут еще страшнее и сложнее, конечно же. Так. Раунд начнется через 8 секунд, друзья. 8 секунд у нас есть для того, чтобы придумать новый план. Капец, куда пойдем? Я вообще не знаю, что делать. Так, вон появляются. Прямо на наших глазах, посмотрите, спавнится. Охренеть. Так, не беги. Так. Ох, они везде просто везде. Это реально очень крутой мод, друзья. Я так рад, что я установил это офигенное просто... нет, не офигенное, офигенную смесь. То есть, да, коп модов такой некий, который, блин, очень круто смотрится. Прям вообще, у меня даже слов нету. Я вон не могу подобрать других синонимов. Кроме как крутой, офигенный, прикольный. Так... Еще идут. Так, это надо добить, потому что она сейчас будет валяться. Нет, она уже умерла, все отлично. Так, вон еще идет один. Так, давай, с тобой закончили. Вон там еще с той стороны, посмотрите сколько. Так, здесь вроде все чисто, да? Хорошо. Так, ты. Так, на. Еще. Так. Вон еще идет. Так. Он должен умереть. У нас 11 патронов, друзья! 11 патронов, все. Реально, так мало? Так, денежки берем быстрее, денежки. Вот, хорошо. Так, где же еще? Где еще? Вон идет. Как хорошо, что они не так застревают. У меня просто было такое реально предположение, что будет все очень плохо, что они будут везде застревать, и у нас ничего не получится. Но если реально будет такое происходить, то есть если зомби... Мы не сможем, точнее, найти последнего зомби, к примеру, то я буду просто останавливать запись, искать его, и потом убивать, и продолжать съемку. Но вроде как, видите, все достаточно, ну, хорошо происходит пока что. Так, надо последнего зомбаря найти. Где же он может быть? Где же ты можешь быть?
Так. Так, надо быть готовым, надо на чеку быть. Ищем. Так. Чисто везде, чисто. Вы представляете, если замутить что-то типа... Знаете, как в GTA San Andreas есть зомби-мод? Там это типа МТА, все дела, и там, короче, вот такая зомбятина тоже присутствует. И это так круто, друзья. Вы представьте, если замутить такой же мод для GTA 5. Это будет просто нечто. Так, вон ты идешь, да, последний зомбяк. Последний же? Надеюсь, что ты последний. Так, денюжки. Выпали опять денюжки. Хорошо. Так. Вон еще. Готов. Ох, новая волна. Все, друзья, давайте закупимся. Можно, кстати, вызвать аирдроп. Это будет очень круто. Но мы с вами купим патроны, потому что нет их просто уже. Так, покупаем. Конечно, покупаем. Ох, нифига себе, сколько у нас их теперь. У нас их просто до хрена, реально. Это очень круто. Так, давайте куда-нибудь, не знаю, надо где-нибудь спрятаться. Ух, раунд третий. Собачка, беги. Так, где? Ох, нифига себе, какая сразу же волна. Вы посмотрите, сколько их идет к нам. Так, отстреливаем. Давайте возьмем вот это оружие. Так, заряжай поскорее. Они, кстати, с домов, блин, падают. Нифига себе. Офигеть, просто это реально очень круто, друзья. Просто качайте, устанавливайте. Ссылочку на скачку я скину в описании после того, как этот ролик наберет 250 лайков. Даже знаете, как сделаем? Давайте, если этот ролик набирает 200 лайков, то я скидываю скачку на эту карту. Если 250, то и на зомби-мод. То есть вот так вот получится очень круто. Блин, посмотрите, вот тут реально очень круто отстреливаться. Они просто бегут к нам, и мы их просто убиваем. То есть реально такой выживший убивает глупых зомбарей, которые не могут к нему забраться наверх. Это реально самый умный способ уничтожения зомбятины. Потому что, друзья, если нас укусят, то это все. Мы с вами просто превратимся в такого же ходячего. И все, и будем вот таким же мясом, который вон не могут даже машину обойти. Так, где? Ой, тихо. Ох, ни хрена, по-моему, они меня задели, нет? Просто что-то они так близко подошли, я даже как-то не заметил. Ох, я реально на секундочку сейчас подумал, что это все, что я проиграл. Так, слазим. Тихонько. Надо осмотреться. Осмотреть округу. Где же еще? Они еще стопудово есть, потому что раунд не заканчивается. Блин, такая крутая тачка и поломанная. Твою ж мать, а. Хотелось бы мне ее сейчас как-то себе присвоить, но, к сожалению, как вы понимаете, друзья, это невозможно, потому что машинка-то сломана полностью. Так, там вон самолет, даже вы посмотрите. Капец, я этих деталей даже не замечал, когда показывал вам эту карту в прошлый раз. Сейчас это все заметно. И капец, как круто. Это просто реально зашибись. Так, давай садись на байк. Блин, теперь у нас есть транспорт, друзья. Вы понимаете, что это значит? Теперь мы можем реально нормально выживать. Какой же выживший зомби-апокалипсис без транспорта? Бегающий! Давай, газуй! На тебе! На, козел, получай. Так, еще раз. Давай, стреляй. Ох, офигеть, он меня чуть из байка не вытащил. Вы видели, да, вообще? Офигеть. Это, блин, это так круто, друзья. Я просто даже не думал о том, что все будет так офигенно. Ах, капец. Знаете, что надо было сделать? Я уже не успею, конечно, но мы сами сейчас доедем до военной базы. Тут есть военная база офигенная, на которой мы можем занять позицию, там, типа, блокпоста, и будем там отстреливаться. Мне кажется, это получится очень круто. Так. Черт, бегающий, готов. Надо всех бегающих убить. Давай. Ух. Все, сидим. Офигеть, сколько их. Так, блин. И что делать? Они все подо мной. Блин. А если бы они умели еще так, как зомби из War Z, как вы помните, надо, наверное, такой фильм был очень прикольный с Брэд Питтом. И если бы они здесь реально так же умели залазить на все препятствия, то это было бы пипец как круто. Ну или зомби, к примеру, как из фильма «Я легенда». Кстати, друзья, кто не в курсе, выйдет вторая часть этого фильма. Так что, если вы ее ждете, то ставьте лайк, конечно же. Так. Оп, минус. Так, давай, еще где-то есть. Нету, что ли? Так, с этой стороны зачистили. Ой. Ух! Ух, капец, друзья, если вы сейчас обосрались, то просто ставьте лайк, потому что я сейчас обосрался, капец как. Ну, я, конечно, на короткий промежуток времени сейчас испугался, но это был очень такой сильный испуг.
Ох, вы, наверное, знаете то, что я очень сильно боюсь эти хорроры. И сейчас то, что это было, это капец, как страшно было. Так, 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 так. Тихо, не стреляй, не стреляй. Патрончики тратить не надо. Я случайно сейчас нажал. Так, надо найти, найти срочно, найти, найти зомби. Еще где-то зомби были. Так, 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 давайте. Бегите ко мне. Я же вас жду. Чего вы не бежите-то? Чертовы зомби, а? Глупая зомбетина. Где ты носишься? Так, давайте посмотрим, может тут есть полицейская машинка. А... оружие? Нету? Черт, нету. Так, можно проехать реально как этот, настоящий военный выживший. Блин, это очень круто, друзья, блин, не знаю, я просто нет эмоций, ой, эмоций говорю, просто нету слов. Эмоции-то как раз таки есть, их даже больше, чем нужно. Так, давайте, знаете, что попробуем, посмотреть, может там где-то зомбятина. Так, нет, давай, так не надо делать. Хорошо бы сейчас машинку подвести и попробовать посмотреть, что же у нас там такое. Может, там реально застрял какой-то зомбяк, и хорошо бы его, конечно же, убить, потому что иначе мы будем сейчас долго ждать, пока он как-то здесь... Да, я так и знал. Да нет, залезь. Вот я так и знал, что он где-то здесь. Так. Друзья, здесь у нас уже нормальная территория, здесь нет никакого апокалипсиса. Ну, в смысле, именно апокалипсис Лос-Сантос. То есть, как вы видите, там нормальная территория и все достаточно хорошо там. Блин, хотелось бы, чтобы сделали вот такой вот мод на всю карту Лос-Сантоса. Вы представляете, что будет? Это просто будет полнейший хаос, везде будут разрушенные дома, везде будет дофигища вот таких вот сгоревших, разрушенных машин. И мне кажется, что если реально добавить что-то подобное, то получится офигенная игра. Если еще это все сделают в коопе. Кстати, друзья, можно будет... Я придумал, я просто гений, реально. Друзья, есть такой мод, называется... Кооп мод, так и называется. И, короче, он для синглплеера. То есть заходишь в синглплеер, запускаешь этот модик, открываешь сервер, и к тебе заходят другие люди. То есть, если вы все вместе с друзьями установите эти моды, реально, друзья, вот вам пасхалка, офигенная пасхалка, если вы все вместе установите эти моды, запустите их и будете играть, то вы реально поиграете в GTA 5 Zombie Apocalypse. То есть, это капец, как круто, вы представляете, до чего уже додумались мододелы. Если это все соединить, то получится нечто потрясающее. Я не знаю, что еще сказать. Просто вот во всех этих модах, типа вот, ну, кооп, да, модах, можно использовать все тренеры. Ох, все, закончилось. Бляха-муха, я далеко, Ой-ой-ой, что делать? Я же хотел на военку бежать. Новая волна, я не успею. Бежим. Просто ничего не хочу знать. Бежим. Просто давай. Ух. Ух, нет. Нет, беги. А, капец, они здесь. Давай на Т-34. Офигеть. Ох, козел. Ох, он меня чуть не догнал уже. Так, там у нас олень бежит. Давай, беги, дружище. Зомбятина есть, олень. Ест оленей. Я это уже узнал из фильма «Я легенда». Так. Так. Все, нету, да, больше? Там куда-то зомби убежал. То есть, видите, да, друзья, они куда-то сворачивают и бегут. То есть, сейчас он будет до нас долго бежать. А вы представьте, если такой вот ходячий медленный зомби сейчас куда-то так же пошел нас обходить, то получится все очень плохо. Или это человек? Это, по-моему, человек. Ну ладно, все равно убьем. Я уже не верю людям, все заражены. Все просто притворяются, знаете. Так, вон там вдалеке, друзья, если вам не видно то, что там зомби идут, просто поверьте мне на слово. Просто мне тоже нифига не видно, я просто так уже как бы разглядываю их небольшие текстурки и стреляю по ним. Блин, куда? Умирай. Все идет и идет, друзья. Медленно еще так идет-то. Блин, капец, что, бессмертный, что ли? Давайте ради прикола вызовем аирдроп. А чё и нет? Чё бы и нет, реально. У нас здесь столько уже всего, столько денег.
Аирдроп, да, конечно, вызываем аирдроп. 20 тысяч всего лишь. Хотя ни хрена не всего лишь 20 тысяч долларов. Это достаточно большая сумма. Так. Смотрим, где-нибудь здесь, может, еще ходят зомби. Сейчас будет ночь. Друзья, это очень страшно будет. Так. Нету нигде здесь зомби. Блин. Ох, это дождь. Это ночь, это все меня жестко выматывает. У меня просто психика сейчас реально очень сильно подвержена стрессу. Так. Просто страшно. Ни хрена себе ты заныкался, ублюдок. Офигеть, в кустах прям засел и ждет, пока я зайду в кусты, вы представляете? Офигеть. А где аирдроп? Аирдроп? Походу аирдроп где-то в другом месте сбросился. Не здесь, не на территории карты. И... Что-то с аирдропом не удалось, походу, да? Что-то написалось такое. Деньги просто вернули, друзья. Так, ой, не то нажал. Давайте попробуем сейчас тогда. Бай. Что такое вот это? Ой. Что это? Что это? Ни хрена, что это я сделал? Это я зомби убил? Это зомби выделены, что ли, квадратиками или кто? Я что-то немножко не понял, друзья. Ну, блин, если зомби, то было прикольно, да, кстати. Можно вот такой штукой пользоваться и как бы уничтожать их потихонечку. Жалко, что здесь нету машин с пулеметами. Было бы очень круто сейчас засесть какую-нибудь такую и пострелять по ним. Это было бы капец как смачно, реально. Так. Знаете, что я хочу попробовать? Я хочу попробовать заапгрейдить какую-нибудь машину. Просто, чтобы вам показать, что это вообще такое. А здесь, собственно, оружие покупается при помощи аирдропов. Почему-то наш аирдроп не захотел к нам прилетать. Видимо, что-то пошло не так. Но вот вообще в целом, как бы, здесь все делается благодаря аирдропам. Вы можете развиваться благодаря аирдропам и тем денежкам, которые вы подбираете. К примеру, я хочу проапгрейдить тачку. Я сейчас нажимаю «Upgrade Vehicles». И наша машина, друзья, апгрейдится. Посмотрите, у нее появились шипы. Шипы здесь в большем количестве. Просто из-за того, что у нас с вами такая muscle car, можно сказать. Это же все-таки полицейская большая тачка. И теперь наша машина более устойчива к ударам. Она теперь быстрее убивает зомбятину. И, конечно же, она прочнее стала. Так, хорошо. Блин, зомби-то что ли здесь застрял еще один? Давайте просто пройдемся по кустикам. Так. Блин, нет, походу. Интересно, где же тебя носит, ублюдок? Где-то ходит. Вот где-то реально ходит неподалеку, мне кажется. Просто я его не вижу. Так, ладно. Друзья, ну, в принципе, давайте заканчивать. Я вроде как полностью показал этот мод. Если у вас, конечно, осталось такое непонятное чувство по поводу этих зомбятин, то есть то, что они застревают, я хочу вас предупредить то, что они, если не доходят до вас, то они исчезают и появляются по новой. И появляются они уже ближе к вам и как бы идут уже реально именно навстречу к вам. Так, ладно, хорошо. Также хочется, друзья, предупреждать, что если вы собираетесь реально установить этот мод, то никогда не подходите рядом к этим заборчикам, да, просто не ходите рядом с ними, потому что зомби начнут резаться за той территорией, и как бы вам придется выезжать каждый раз за территорию этой карты и смотреть, что же там происходит, где же там зомби последний, как у него там дела и как его убить можно. Ну, собственно, друзья, в принципе, это и все, вот все мои вам подсказки, пасхалки, рассказал насчет коп-мода, то есть, чтобы вы смогли поиграть с другом, например. Ну и, кстати, друзья, вообще есть несколько таких вот подобных карт про апокалипсис, и, конечно же, вы можете протестить все из них. Эта карта просто самая такая базовая, она самая проработанная, на мой взгляд. Ну, возможно, я, конечно, ошибаюсь. Так, погодите, аирдроп инборд, что? Аирдроп сбросился или что? Ну-ка, давайте подождем чуть-чуть. О, летит аирдроп, друзья. Вы видели, да, самолет пролетел? Ох, я вижу аирдроп. Как хорошо, что я с вами заговорился, друзья. Мы сейчас с вами сможем подобрать аирдропик. Так, поехали к аирдропу. Поехали. Где-то здесь аирдроп сбросили. На крыше? Да, на крыше, друзья, аирдроп сбросили. Так, давайте проезжать к нему. Там у нас, возможно, оружие будет лежать. Я не знаю, что там будет реально лежать. Аирдроп
Блин, какого, какой экспиринг? Не надо никаких экспирингов. Он типа исчезает через такое-то время. Так. Не успею. Сука. Блин, да, все, аирдроп исчез, и я, к сожалению, успел подобрать. То есть, друзья, если вы хотите подбирать аирдропы, то надо вам спешить, потому что здесь все-таки есть время, и аирдроп будет исчезать каждый раз, если вы не успеваете. Но его будут скидывать до тех пор, пока вы его не поднимете. Так что, друзья, у вас есть шансы, и у вас есть возможность попробовать его подобрать все-таки. Так, ну что ж, давайте закончим уже на этом и продолжим уже в следующей серии. Вот, кстати, неплохое место для выживания. Просто засесть и наблюдать за тем, что происходит снизу. Ладно, друзья. С вами был я, Евгений Густ. Надеюсь, вам понравился этот мод. Надеюсь, вы поставите много лайков и, конечно же, напишите много положительных комментариев. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.